Сегодня стало известно, что умер актер сериала «Склифосовский» Алексей Сдобнов. Родился актер 15 августа 1966 года. Его фильмография насчитывает свыше 40 киноработ и сериалов. Окончил Московский государственный институт культуры. Случайные прохожие нашли тело актера в машине, который так и не доехал домой со съемок. О смерти именитого актера через интернет сообщила его продюсер Наталья Бочарова. А умер актер еще в ночь с 12 на 13 января. Прощание с ним состоялось 16 января 2024 года в подмосковных Люберцах. Именно данное столь мрачное мероприятие организовала его бывшая супруга, Сдобнова Виктория, так как крайних близких людей у него и вовсе не было. Также его бывшая супруга и озвучила возможную причину смерти. Именно по словам бывшей возлюбленной, актер страдал сердечным заболеванием, но на всеобщее обозрение не распространялся про данный недуг. В результате врачи сделали шокирующее заявление, а именно, мужчина умер из-за сердечной недостаточности.